Здравствуйте! Мозоли являются очень распространенной проблемой, которая обычно поражает больше женщин, нежели мужчин. Они представляют собой отложения солей, которые происходят из-за некоторых воспалительных процессов или по причине ношения неудобной тесной обуви. Бурсит сустава стопы не всегда болезненное состояние, но тем не менее может реально повлиять на качество вашей жизни. Кроме того, что внешне это не очень эстетично, найти подходящую обувь может стать для вас нелегкой задачей. Конечно же, бурсит можно лечить хирургическим путем, но чтобы не идти под нож, мы нашли для вас идеальное природное средство, которое поможет вам избавиться от него быстро и безболезненно. Это средство будет вымывать солевые отложения и восстановит здоровье ваших суставов. Чай из лавровых листьев. Добавьте столовую ложку измельченных листьев в 300 мл воды. Варите в течение 5 минут, затем залейте в термос. Оставьте на ночь. Процедите жидкость утром. Пейте небольшими глотками в течение дня. Очень важно не выпивать все это сразу. Продолжительность лечения 7 дней, но убедитесь, что вы всегда готовите его свежим. Повторить лечение через неделю. Вероятнее всего, частотность мочеиспусканий увеличится, что указывает на то, что соль в вашем организме растворяется, таким образом стимулируя мочевой пузырь. Всего за 10 дней употребления вы будете в состоянии заметить первые видимые улучшения. Помимо того, что вы станете гораздо лучше себя чувствовать, ваша боль в суставах исчезнет. Ваш бурсит полностью исчезнет, если вы будете употреблять лекарства в течение 2 месяцев. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!